Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 11 SE. И сейчас я покажу вам, как поменять обои. Итак, мы сводим два пальчика на экране и выбираем обои. Нам нужно предоставить доступ, права к мультимедиа и файлы. Нажимаем «Разрешить» и теперь выходим, и теперь можем менять обои. И здесь мы можем выбрать либо фотографии из галереи, либо можем выбрать что-то из рекомендуемого, либо природные, либо контрастные, яркие и так далее. Я выберу что-то из галереи, просто выбираем какую-нибудь картинку и нажимаем «Применить». И выбираем, на какой экран хотим ее установить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.